Roll the drums. Я так и написал. А, сейчас ты забанят. Жесть, блин. Что, блин? Куда мне смотреть? Чувак какой-то пришел. Спайнер. Или спиннер. Не знаю, а кто. Слушай, а может это катушка Теслы? Нет, катушка Теслы не так работает. О, блин, мне зарядиться надо. Я разлетаю себе. Она же током пьет, нет. Разве она током не бьет? Потому что Тесла бьет, но у нее звуков нет. Ну а вдруг это новый вид катушки Тесла? Жесть. Та, виной всему карьеру. Или может двигатель у него перегрелся, взорвался. Да и багнул. Он у него бит. Да. Что ты говоришь, ядерка могла багнуть, а это не могло? Ну да. И вообще атом. Ой, ядерка, блин, я уже купил атом и ядерка. Так и до спавна вообще понты. Чё он на спавне не бьет? Вообще по этот, по идее, ядерка на спавне должна бить. Так, короче. Я снимаю. А если над ним пролетать? Блин, у меня то, что биошок еще к тому же запущен, у меня лагает запись чуть-чуть. Ну как, да, а где она, где она? О, слышь, у меня какая-то синяя хрень наверху нас появилась. Да, синяя хрен наверху. Что это? Что это? Ты где? Чувак, тут везде какие-то синие отрезки. Ты где? Я там, где ты. Тут везде синие какие-то отрезки с квадратами красными между ними. Какие синие отрезки? Чё, головой ударил? Чувак! Это апокалипсис, чувак. Сделай скрин. Я записываю. Жесть. Чувак, так все эти взрывы. Да нету ничего такого синего, вот я над карьером. Так карьер не башит, может реально карьер взорвался? Он не работает. Хотя... Ну жесть, ну столько этот... Столько глючит. Чувак, я только пролетел эту синюю хрень, и тут, короче, начался... Это апокалипсис, чувак. Какой апокалипсис? Это у тебя глюки. Да это... Ну, у меня еще биошок запущен, так сейчас здесь появится херабрин и убьют... И убьет тебя. Чувак, я не знаю, что с этим. А там что-нибудь еще есть? Нет, там только карьер. А дальше я пролететь боюсь. Ты сейчас слышишь? Чувак, я когда включаю запись, у меня синие квадраты появляются. Какие синие квадраты? Я тебе говорю, в Майнкрафте синие квадраты появляются. Я тебе видос потом залью на YouTube, я тебе покажу. Жесть. Да, ну а если пониже. Может у него по. Может это не его даже? Кого не его? Если бы хотя бы регион был запривачен. А он не запривачен. Слушай, можно. Блин, у меня надо броня сломалась. Да, реально, не забивать. Чувак, это какая-то хрень. А, я на английском печатаю. Блин, реально, что это за дерьмо? Понятия не имею. А, тебя бить начало. Да. Слушай, а может типа радиус увеличивается? Потому что я стоял все время на одном месте. А может, чувак, это реально ядерная бомба, и она скоро взорвется? Ну помнишь, они перегрели ядерный реактор, но он так же делал.
Может быть из-за лагов... Ну, он один раз так почему-то делал. И может быть из-за лагов он так долго не взрывает. А, я к тебе подлечу, есть. Слышь, может быть он из-за лагов так долго не взрывает. Ага, 15 минут еще и наносит урон. Ничего, я сейчас слетаю наверх, посмотрю, что это за синие квадраты. У меня на этой площади появились синие квадраты. И не только на ней, везде появились синие квадраты. Не, ну это у тебя может с майном что-то. Не, это у меня, я когда прав включаю такое. Реально, я тебе говорю, нажимаю F6, синий квадрат. О, халявные какао-бобы. А, я заберу у вас, ребята. Я вот нажимаю F6, появляются синие квадраты. Ой, да ну, да ну, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Слышишь, какой синий квадрат? Откуда я знаю, какие у тебя там синие квадраты? Сейчас я заряжусь. Короче, чувак, я перестаю снимать, сейчас залью на YouTube, но это реально дерьмо какое-то. Не, ну это реально. Я, короче, в свою карьеру полетел. Опа, у меня карьера перестала работать. Пойди к нам в дом, Лиз. Я сейчас у нас. Сейчас, я у нас дома заряжаться пошел. А, все, карьеру заработали мы. Заодно сейчас проверю, сколько энергии он жил. Жесть. Это реально капец. Сейчас. Блин, видос надо будет переконвертировать в другой формат. Из Ави. Ну и чтобы он меньше весил. Ну это да. Ну что мне сделаю попозже? Сейчас заряжусь, попробую посмотреть, чей там приват. Можно заприватил так же, как я, маленькую территорию. Ну так я хочу туда залететь и посмотреть, а до этого быстренько прописать команду home и быстро пролететь домой, пока оно меня не убило. О. У меня Майнкрафт завис. А у меня четкий скин. Прикинь, железный человек в железном шлеме. Да ты поехал. Фак логик. Ай, блин, что он так долго заряжается? А я не помню, куда у меня видосы рабская. Помню видос. А я помню. А вот папка видосы. А, и тут нет видоса. Ладно, пока он там делает, пойду проверю. И не надо, в доме оставайся, у меня карьера не работает. Я и так в доме. А, ну. Чаще в доме сидит, это зима. Обалдеть. О, карьер потихоньку. О, а чё карьер выкинул? Ладно. Чё, у меня 3 видоса по 1,5 гига. Капец, сколько у меня уже этих снежков? Жесть. Я тебе говорю, это, короче, как апокалипсис. Так и назовем. Апокалипсис в Майнкрафте. Подожди, заткнись. Конец света близок. Да заткнись, подожди. Блин, этот бах еще с шифтом вообще весь. Не, чувак, это дерьмо, короче, какое-то. Shit happens sometimes. Наверное. Есть какой-нибудь конвентер легкий и зови. Не, не. Да, вроде да. Ай. Я, короче, я заснял. О, Миша, все меня снял. Дома у себя? Я нет. А где ты? Ладно, чувак, попозже переконвентирует. Метеора заперла. Все, чувак, это тюрьма. В смысле метеора заперла? Забей. Не, это реально хрень. Ой, он мне сразу королеву нормальную дрона дал. Ой, сейчас буду разводить. Спасибо, спасибо, чувак, спасибо. Спасибо. Слушай, а какие у них там приколы? А, надо будет еще некоторые сделать. Давай, зачарую себе удочку. Че, удочку нельзя зачаровать? Отстой. Я ничего не могу зачаровать. Вот таким быть.
Так, все. Валим. Все, отлично.